Что, мои любимые? Вот они, такие ботинки. Я не знаю. Советуюсь с подругой, говорю, как они, не видно, так что там пацанячи или что-то. Она говорит, мне это видно. Прикольно, унисексовые. Мне надо пойти сходить купить чай, чтобы спасти Гриню. Ему надо сюда чай, там с сахаром завариваешь, его надо помыть, потому что его давно, короче, не мыли. И вот это все поменять. Он же живой. Такой вот Гриня у меня. Ну, не знаю, я так и цветочкам даю имена, и этот мой женское счастье, смотрите, как уже поднялся. Он у меня тут погибал. Я пришла, вот эти листочки все вот тут висели на этом. А сейчас живой. Я его каждый день понемножечку подливаю ему. И он такой довольный. Видите, уже начал желтеть. Или он и был желтый. Но все равно даже вот этот желтый листочек поднялся. Пойдемте, мои любимые. Не хочу рюкзак брать. Я вечно это... А, сейчас курьер пришел. Тащил всю эту химию, что я заказывала. Там и Ферри, и Доместос. И все. Здравствуйте, добрый вечер. Сейчас вечер, людей. Я тут чуваку говорю. Утром, он рано-рано утром идет, я ему говорю. Добрый вечер. Он на меня так смотрит. Потом другой идет. Я ему говорю. Ночью. Доброе утро. А время было то ли 11, то ли 12. В общем, вот так вот. Счастливые времени не замечают. Хочу прогуляться, попробовать, как в них ходить. Вот ножкам очень-очень-очень, здравствуйте, очень мягко, прям как будто я иду, знаете, в этих, вокруг меня такие тапочки мягкие, так классно. Я взяла на размер больше, думаю, зачем. Надела теплый носок и ходила, и чувствую, как-то мне это, ну не то, что жарко, жарко-то пофиг, а как будто дискомфортно. А сейчас сняла, осталась в этих своих сиреневых носочках. И чувствую так классно, как будто вот они все сели на мою ножку. Я думаю, что просто они новые. Сейчас я похожу, и все сразу станется. Я с тобой хотела давно поздороваться. Туечка, привет. Нет, елочка. Я думала, Туя. Привет. Привет. Ладно. Что там мне сказала, мне надо? А, сахар. Надо и чай. Для Грини. Не знаю вообще, я как будто... Я в них как будто бы лечу. Знаете, я шла в тех и чувствую, как у меня ногам так дискомфортно. Хотя они у меня растоптанные и приученные, и все. А в этих как будто так они оберегают что-то. Ножку. Так классно. Солнышко! Ты зашло, только я тебя отпустил. Там прям радуга. Розово, голубо какие-то, бирюзовые цвета. И вот на телефон тоже. Как показать, если он не хочет? Как заставить? Не знаю. Не знаю. Короче, я такое делаю, этот самый, как его... Пробничек пробую, как они мне, хоть бы видео не перевернулось. Этот домик, там везде свет горит. Там, походу, офисы. Или что это за домик беленький? Бело-черненький, не знаю. А мы идем не в бело-черненький, а в красное и белое, чтобы далеко не это самое, не шарахаться, потому что мне надо подождать еще курьера одного. Вот, попросила там тетечка. Я сказала, хорошо. Сейчас забегаю в магазин, когда он придет. Она говорит, вечером. Вечером, часа через 3-4. Я говорю, а, успею. Сейчас схожу. Да-да-да. Небушка, давай. Серая некрасиво. Давай, бирюзись. Бирюзись. Девушка красивая. Бирюзись. Ой, красота. Давай, небушка. Кораблик. Правда, на кораблик похоже. Не знаю, что это.
Ну что, узнаю? Узнаю, если интересно будет. Пока не очень. Вообще, я в них как будто бы это, в тапочках или босиком в теплых носочках. Так классно. Слава Богу. А я не знаю, сказала подружке, хочу выкинуть. Показала сыночку своему Соломону, что купила ботинки. Он говорит, мама, я не верю. Неужели ты для себя что-то купила? Ты всегда или нам, или папе всегда все отдавала. А сейчас, говорит, тебе ботинки купила. Я говорю, да. Он говорит, класс. Мабрук. Мабрук, значит, поздравляю по-арабски. Я, по-моему, говорила уже в каком-то видео. Не взяла рюкзак. Там дадут, может, пакетик есть у них. Если не дадут, в руках понесу. Не привыкать. Тем более я в деревне, в большой. Большой секрет для маленькой. Для маленькой такой компании. Прекрасной такой компании. Огромный такой секрет. Красота. Красота. Все в фонариках. Красиво. Аж жуть. Для умных и свободных. Это же для нас. А, Ауди. Нет. Не буду антирекламировать, но я на вас, Альфа-банк, в обиде. Девочки стоят. Бисмилля. Рахман. Рахман. Вон чай есть. Чай. Конечно. Можно пройти. Тарина. 25. Я? А, нельзя? Вот, вот здесь есть. Так, где написано? Сейчас поправлю. Да. Не написано, просто нельзя. А, окей. Там чай. Вот. Хорошо. А там в пакетиках есть рассыпной черный чай? Вот чай. Вот все чай. Вот это? Да. Тут тоже 25. Тут тоже 25. Тоже 25. Мне надо... Сверху большие. А, сверху большие. По пакетикам. Мне не надо пакетиков. Мне надо без пакетиков. Рассыпной есть? А? Рассыпной есть? Вот это? Ага. Все написано. По-английски написано, я не понимаю по-английски. Где по-русски? По-английски все. Женщина, не спорьте со мной. Спорщица. Хотя вас тут много. Еще побьете меня. Вот такое беру. Еще, если есть у них сахар. Какие они, правда, эти все сразу в кучку меня отбежали. Точно как в Ливане, правда. Сейчас спрошу, у них сахар есть. Если яйца есть, сахар должен быть. Хотя не факт. Нашла сахар, только у него нету этого, как его, рассыпного песка нету, есть только в кубиках. Ну, в кубиках, так в кубиках. Боже, классно тут. Выходишь, и тут все такое красивое, чисто энергетически. Ну, а там это, авиапарк, куда мы с вами ходили, мои любимые. Все, 10 минут сняла. Можно прощаться.
Сейчас, секундочку, хочу вот это тоже снять. Днем. Тут как капелька, вон, видите? Красиво. Просто обалдеть. Самое интересное, что я Альфа-банку не должна ни копейки. И у меня там на карте сейчас больше 7 тысяч. Но они заблокировали. Короче, я не могу их ни снять, ни перевести, ничего. Потому что я Т-банку должна. Когда был ковид, сколько-то там лет назад, я брала у Т-банка 30 тысяч. И отдала, наверное, 35 или больше, вот правда. И они, короче, насчитали какую-то там пеню или что-то, не знаю. И, в общем, я им еще какие-то там эти копейки или что-то должна. И все. Самое интересное, что я не то что отдала, отдала еще с лихвой, не 30. Брала 30, отдала сколько-то. И они еще хотят. Не знаю сколько, не интересовалась. Вот, и поэтому Альфа-банк, он с ними как-то, не знаю, в этом самом в сговоре решил мою карту заблокировать. Небушка, обалдеть. Ну так, вдруг кому-то интересно, почему я обижаюсь на Альфа-банк. Всегда хвалила, всем говорила, самый классный банк этот. Мне так нравится, что они ни обслуживание не берут за карту, ничего. И всегда такие классные. Я в Питере всегда ходила туда в офис.